Меня зовут Галина Александрова, я представляю сетевое издание Fashion Concept. Диана, скажите, пожалуйста, вот с кем бы вам больше всего хотелось пообщаться в своей программе «Последний герой. Акустика редких людей»? Какие гости у вас на примете следующие? Женя Миронов. Конечно, Юрий Абрамович Башмет. Очень хочется с ним поговорить в эфире. Такой скромный вообще. А потом, конечно, хочется приглашать девчонок тоже, которых очень много интересных и в музыке, и в искусстве. Понятное дело, что хочется приглашать каких-то людей, которые на стыке жанров, и у меня будет такой герой, который начинал свою карьеру с карьеры модельера, и сейчас он, видите, вы подняли голову, с карьеры модельера, а теперь он режиссер. Причем режиссер, которого знают все, и который безумно талантлив. То есть, если продолжать этот список, то я раскрою интригу. Вот. А если кто-нибудь придет, вы скажете, ну вот, обещала, и не пришел. Поэтому следите по средам. Отлично. Очень бы хотелось Константина Хабенского услышать. А, Костя, конечно, да-да-да. Если будет такая возможность. Да-да-да, и еще скажите, что вы вот сами ждете от тандема ноябрьского с Юрием Башмитом? С Башметом? Прошу прощения. Ничего. Я просто кайфану. Ну а что я должна, чего я должна ждать-то? Я кайфану, и для меня это самое главное, потому что... А мы сыграем, кстати, в Питере еще 2 декабря. Мне кажется, самое главное – это получать кайф от того, что стоишь на сцене, от того, как играют музыканты, и понимать, что ты на своем месте, а я там точно на своем месте. Единственное – вступать вовремя. Потому что, когда в Сочи мы все это дело начинали, я выхожу на сцену, и меня так беру, держусь за пюпитр, просто у меня так пальцы белые становятся, они играют, у меня все смешалось, я думаю, фак, только бы вступить. Да. Потому что если я не вступлю, то пролетит вся форма. Потому что мы не следуем куплет-припев, куплет-припев, но это была бы халтура. Там развернуты формы, скрипочки, гобои и так далее, и так далее. И очень много музыки, которой не было изначально в песне. Поэтому очень легко пролететь. А репетиций-то мало. По-моему, 2 или 3. Спасибо.